Всем привет! Сегодня я, как вам и обещала, хочу затронуть тему вреда антиперспирантов. Реально ли это так, или это скорее какие-то страшилки? И сразу перед тем, как мы приступим, я хочу сказать, что все свои видео об ингредиентах я основываю на какие-то научные статьи, на официальные источники, которые я обязательно указываю в описании. Вы со всеми моими источниками можете ознакомиться и также еще больше расширить свои знания в этой области. Итак, вы, наверное, уже не раз слышали о том, что антиперспиранты вредны. Чаще всего можно встретить информацию о том, что они могут вызывать рак из-за наличия алюминия в составе. Но на самом деле, в зависимости от бренда, можно встретить не только алюминий, но также еще несколько других ингредиентов, которые также являются очень спорными. И мне сегодня хочется поговорить о всех вкратце, но больше всего мы сосредоточимся именно на алюминии. Начну с того, что есть два вида средств. Это дезодоранты и антиперспиранты. Дезодоранты работают в основном на поверхности кожи, убивая бактерии, которые являются следствием вот этого неприятного запаха. Антиперспиранты, помимо этого, также еще и блокируют работу желез, из-за чего мы потеем меньше. Так вот, как раз таки алюминий – это тот самый ингредиент, который блокирует работу потовых желез. И из-за того, что он абсорбируется кожей, у ученых возникли подозрения, что он может провоцировать такие болезни, как рак, а также болезнь Альцгеймера. Однако на данный момент нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что использование антиперспирантов на основе алюминия действительно могут провоцировать эти болезни. Но подождите, это только начало видео, есть очень много аспектов, о которых я хочу сегодня рассказать, поэтому обязательно досмотрите до конца, прежде чем принимать для себя решение, пользоваться ими или нет. Американское онкологическое общество утверждает, что на данный момент нет ни одного серьезного исследования, которое бы связывало соли алюминия с развитием рака молочной железы. Однако существуют некоторые исследования, которые показали, что соединение алюминия могут впитываться через кожу и вызывать изменения в эстрогенных рецепторах клеток молочной железы. И так как эстроген может стимулировать рост как раковых, так и нераковых клеток, ученые предположили, что использование антиперспирантов на основе алюминия может стать фактором риска для этой болезни. Однако есть одно исследование, которое было опубликовано в 2002 году, где сравнивалось 813 женщин с раком молочной железы и 793 женщины без этой болезни. В итоге это исследование показало, что нет абсолютно никакой связи между использованием антиперспирантов, дезодорантов и бритьем подмышек, а также этим заболеванием. Не было выявлено никакой существенной разницы в концентрации алюминия в здоровых клетках и в раковых клетках. Я встречала также и еще один повод для тревоги. Дело в том, что некоторые ученые также предполагают, что из-за того, что блокируется естественное потоотделение, это в принципе естественный процесс нашего организма, то начинают у нас в организме больше скапливаться токсины, которые не выводятся с потом, после чего эти токсины через лимфатическую систему попадают к нам в организм. Что касается этого утверждения, то, конечно, лимфатические узлы помогают нам убрать бактерии, вирусы или какие-то прочие угрозы для нашего организма, но в то же время они не выводят токсины и шлаки путем потоотделения, потому что они просто-напросто между собой не связаны. Потовые железы расположены в коже, а не в лимфатических узлах. А что касается основных канцерогенных веществ, то они по большей части выводятся либо почками, либо печенью. Однако все эти исследования не означают, что мы сейчас любим алюминий, мы его никак вообще не боимся и смело пользуемся антиперспирантами ежедневно. Есть еще два фактора, которые редко где упоминаются, но я считаю, что они о них тоже нужно обязательно рассказать. Во-первых, антиперспиранты гарантированно влияют на вашу микрофлору. Мы уже много раз слышали о пагубном воздействии антибиотиков на микрофлору кишечника. Здесь принцип абсолютно точно такой же, только в зоне подмышек. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно пользуются антиперспирантами, а потом делают короткий перерыв на 2 или более дня, стафилококк развивается гораздо в большем объеме, чем у людей, которые вообще не чем не пользуются. По сути, это подтверждает то, что антиперспиранты пагубно влияют на микрофлору,
из-за чего мы больше подвержены болезням, инфекциям, аллергиям и раздражению кожи. Алюминий также считается нейротоксином, хотя основа его токсичности до сих пор неизвестна. Недавно было показано, что он изменяет функцию гематоэнцефалического барьера, который регулирует обмены между центральной нервной системой и периферическим кровообращением. Помимо алюминия, в антипроспирантах также можно часто встретить и другие сомнительные ингредиенты, такие как парабены, фталаты и триклозан. Парабены – это консерванты. Они продлевают срок годности продукции, предотвращая развитие бактерий и грибков. Однако некоторые исследования показывают, что парабены обладают слабыми эстрогеноподобными свойствами. А как я уже рассказывала ранее, эстроген – это женский гормон, который вызывает рост и деление клеток молочной железы, как доброкачественных, так и злокачественных. Тем не менее, парабены до сих пор официально не запрещены, то есть косметические компании могут их использовать без каких-либо препятствий, но уже очень большая часть компаний отказывается от парабенов, и в основном потому, что они еще просто не до конца изучены. На данный момент существует очень много исследований, но часть из них бракуется, потому что не были учтены какие-то переменные, часть потом как-то критикуется, перепроверяется. В общем-то, исследования, знаете, это очень длительный процесс. Невозможно вот так вот взять и создать какое-то идеальное исследование, которое вообще никак не подвергнется критике других ученых. Из-за этого весь этот процесс очень сильно замедляется, нет какого-то однозначного ответа, да или нет, но даже на том же официальном сайте FDA написано, что они не запрещают парабены, но в то же время они до сих пор исследуют эту область, и они еще не могут на 100% дать какой-то однозначный ответ. В общем-то, парабены в целом это очень сложная и объемная тема, она заслуживает отдельного видео, я сейчас не хочу очень в подробностях на этом останавливаться, потому что видео в принципе не об этом, но если вы хотите, чтобы я сделала видео о парабенах, обязательно напишите это в комментариях. Фталаты, точно так же, как и парабены, очень сильно распространены не только в косметике, но также и в еде, и в предметах ежедневного пользования. И исследования показывают, что они нарушают функции андрогенов в организме. Это может повлиять на развитие плода у беременных, а также их часто связывают со снижением IQ и астмой. Опять-таки, со фталатами абсолютно такая же история. Официально они не запрещены, их можно использовать, но очень большая часть компаний отказывает также от них и создает свои формулы без их использования, пока этот вопрос еще полностью не изучен. Триклозан – это искусственный антибактериальный и антигрибковый агент, который предназначен для уничтожения и уменьшения роста бактерий в организме и на поверхности кожи. Это тоже очень спорный ингредиент, который может нанести вред не только человеку, но также и окружающей среде. Этот ингредиент очень часто можно встретить в продукции, которая рекламируется как антибактериальная или антимикробная. И с 2017 года FDA запретили использование этого ингредиента из-за недостаточности данных относительно его безопасности и эффективности. Что касается моего личного отношения к антипроспирантам, то я против них. Конечно, меня также пугают все эти исследования и вообще неизученность этого вопроса. И, вы знаете, больше всего не хочется выступать здесь подопытным кроликом. Потому что очень часто в истории повторяется один и тот же факт, когда группа ученых в чем-то настолько уверена, что она убеждает и всех остальных, а потом открываются какие-то новые знания, появляются какие-то новые возможности исследований, и мы получаем просто кардинально противоречащую информацию. Но все это даже не основная причина, почему я отказалась от антипроспирантов. Дело в том, что они работают, формируя химическую реакцию с водой в поту, чтобы сформировать физическую пробку, которая откладывается в потовом потоке, создавая закупорку в тех областях, где она применяется. И лично я уже не раз сталкивалась с таким заболеванием, как гидраденит, то есть воспаление потовых желез, и мне кажется, что это происходит как раз-таки из-за этого. Я уже не раз выступала сама себе подопытным кроликом,
человеком, как только я возвращаюсь к антиперспирантам, у меня сразу появляются вот эти вот шишки под мышками. И если вы хотя бы раз с ним сталкивались, вы знаете, насколько оно болезненное и насколько трудно от него избавиться полностью. И, кстати говоря, это заболевание сейчас очень распространено, но мало кто его связывает с антиперспирантами. Я здесь не буду голословно, я не буду говорить, что это на 100% именно так. Опять-таки, я не ученый, я не проводила какие-то эксперименты. Это, грубо говоря, мои собственные выводы на основе реакции моего тела. И я вам неспроста в начале видео говорила о том, что потоотделение – это естественный процесс. А когда мы вмешиваемся в естественные процессы, неизбежно сталкиваемся с последствиями. Кто-то с этими последствиями может столкнуться сразу, кто-то через какое-то время, кому-то, может, повезет вообще с ними не столкнуться, потому что у всех реакция организма разная. И в заключение хочу сказать, что на самом деле решать вам, хотите ли вы пользоваться антиперспирантами или же вы хотите перейти на что-то более натуральное. Я вам рассказала о главных фактах, о исследованиях и, вы знаете, главная причина, почему я делаю эти видео, не для того, чтобы убедить вас в чем-то, а для того, чтобы вызвать просто-напросто интерес к этой теме, к этому я и призываю. Я не хочу, чтобы сейчас мне все поверили на слово и потом мои слова цитировали где-то там у других блогеров или своим подругам, или близким, неважно абсолютно. Я очень долго сама в себе искореняла вот эту вот привычку нести в массы какие-то слухи. Вот когда что-то услышал, вроде как умно звучит, и начинаешь это цитировать и рассказывать всем остальным, после чего рождаются какие-то блоги, рождаются форумы, какие-то обсуждения. И так рождаются, собственно, мифы. Поэтому, получая любую информацию, обязательно ее проверяйте. Возможно, появляются какие-то уже новые исследования. Возможно, есть какая-то дополнительная информация, о которой я не знаю. Этот вопрос просто интересно изучать и делать выводы в первую очередь для себя. Ну а теперь такая вишенка на торте. Если вы решили отказаться от классических антиперспирантов и перейти на какие-то более натуральные альтернативы, то я хочу рассказать о своем опыте, потому что он у меня, ну, достаточно большой, как мне кажется, я много чего перепробовала, и основной минус натуральных дезодорантов заключается в том, что они просто-напросто не работают, либо они сделаны на основе масел, из-за чего они оставляют жутчайшие просто следы на одежде. И я перепробовала достаточно много разных вариантов. Самый известный, наверное, и самый такой раскрученный бренд – это бренд Crystal. На самом деле, я считаю, это один из, наверное, неплохих дезодорантов, но он очень неудобен в применении. Он сам по себе твердый, и его просто-напросто неудобно наносить. Для того, чтобы его нанести, нужно помыть подмышки, смочить их, потом смочить этот кристалл, потом вот так вот повозюкать подмышками, потом подождать, пока вода выветрится, и у вас останется просто такой легкий какой-то минеральный как будто налет под мышками. Тогда это работает, но это просто-напросто неудобно. Хотя, в принципе, я могу согласиться, что кристалл помогает с неприятным запахом, то есть с любым натуральным дезодорантом вы не будете потеть меньше, то есть эффект мокрых подмышек у вас все равно может быть. Но вот именно от неприятного запаха они действительно помогают, и также во многих есть в составе какого-то рода абсорбент, который какую-то часть пота может впитать, чтобы это не проявилось у вас на одежде. Но опять-таки, если вы очень сильно потеете, или вы очень переживаете, нервничаете, или занимаетесь спортом, то, естественно, это вас 100% не спасет. Самый худший дезодорант, который я только в своей жизни пробовала, это вот этот. Причем у него какой-то очень большой рейтинг на Амазоне. Я вообще, когда попробовала несколько и разочаровалась, я решила по отзывам что-то купить. Я зашла на Amazon в раздел именно натуральных дезодорантов, и там выбрала самые топовые по рейтингу, и мне показала именно вот этот вот дезодорант, я его заказала, но он просто ужасный, вот он именно жирный, его наносишь под мышки, и такое впечатление, что ты просто какое-то подсолнечное масло размазал себе под мышками, и как потом вот так вот не ходи, не обсыхай, все равно потом, когда я надеваю одежду, у меня образуются просто ужасные жирные пятна, которые потом еще и очень трудно отстирать. Вот с обычными антиперспирантами там проблема с этими желтыми пятнами под мышками, а с натуральными вот есть очень часто проблема, если они на основе каких-то масел, они действительно оставляют очень едкие такие жирные следы, которые потом невозможно отстирать. Также я заказывала на iHerb дезодорант Schmidt's Naturals. У меня был с бергамотом и лаймом. Он
ну, такой, скажем так, среднячок. Он тоже достаточно масляный и может оставлять вот эти вот следы, но главная претензия у меня в основном была к тому, что он плохо работает. Также я пробовала натуральный дезодорант от Веледа, у меня был с гранатом. Он мне очень понравился, когда я им пользовалась, но в основном, мне кажется, он мне понравился тем, что он очень быстро выветривался после того, как его наносишь. Но позже я посмотрела в состав, и я увидела, что этот эффект достигается за счет того, что у него в составе спирт. Поэтому, опять-таки, и этот вариант довольно спорный. Самый лучший дезодорант, который мне только приходилось пользоваться, я уже не раз его показывала у себя на канале, это дезодорант от компании Native. Кстати, я сразу скажу, это видео не спонсировано никем, ни производителями дезодорантов, ни кем-либо другим. Это только моя инициатива, и я этот дезодорант, на самом деле, заказываю уже третий раз. И если бы компания захотела мне заплатить и снабдить меня годовым запасом, я бы, честно говоря, не отказалась. Но я их покупаю всегда за свои деньги, покупаю через США, привожу сюда. Я заказываю именно вот этот аромат, кокос и ваниль. Действительно кажется, что ты пользуешься Рафаэлкой, а не дезодорантом. Мне очень нравится его формат. Он максимально приближен к такому классическому антипроспиранту. Его легко наносить, он не оставляет никаких пятен на одежде. Единственный момент, с ним не рекомендуется перебарщивать. Вот буквально только 3 раза вот так вот делаешь движение, и все, этого достаточно. Потому что если переборщить, он может потом в складочке сбиваться таким как белым налетом. Что касается его состава, то состав у него очень хороший. И вот как раз таки у него состав такой, что он и борется с неприятным запахом. И также в его составе есть и абсорбенты, которые борются вот как раз таки с влагой. И у них также есть линейка для чувствительной кожи, которая без содержания соды. Поэтому если вы знаете, что у вас есть такая реакция, если вы надумаете что-то такое заказать, указывайте, конечно. Но реально этот дезодорант пока что это, наверное, самое лучшее, что я пробовала. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы знаете кого-то, кто интересуется этой темой, обязательно пришлите ему это видео. Если у вас есть что добавить, обязательно оставляйте комментарии, но я вас очень прошу, оставляйте также свои источники, потому что, как я и сказала, давайте не будем плодить мифы, что где-то что-то у кого-то услышал и потом это рассказал. Поэтому, если у вас есть какие-то источники, обязательно оставляйте их в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, это очень легко сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот. И также вы можете посмотреть другие мои видео. Я вам здесь оставлю плейлист о других ингредиентах, которые мы с вами уже разбирали. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. А если вы уже смотрели эти видео, то мы с вами увидимся очень скоро в моем новом выпуске.